И начинаем мы нашу рыбалку с приготовления прикормки. Она у нас традиционная, она у нас простая. Мне никто не верит, что я ловлю рыбу на горох, но, друзья, убедитесь в этом сами еще один раз. Из чего она состоит? Она состоит из нескольких пачек панировочных сухарей. Вот мой горох, он такой, видите, такой разваренный. Панировочные сухари — это самое, что ни на есть натуральное, то, что рыбу не отпугивает. Этим я на самом деле и руководствуюсь. Приготовление прикормки на самом деле занимает буквально несколько минут. Смесь готова уже. Немножко совсем воды, совсем, просто несколько капель. Вот, это все клеится прекраснейшим таким образом. Из обычных гороховых зерен получается вот такая вот нереальная, просто классная, яркая прикормка на леща. И что самое важное, она достаточно экономная по сравнению с другими, такими, скажем, промышленными рыболовными прикормками. Последний штрих. Вот. И вперед.